Артемовские предприниматели помогают участникам специальной военной операции. Заместитель председателя Совета предпринимателей при главе Артема Евгений Крутиков вместе с коллегами и активными горожанами собрали гуманитарную помощь для наших бойцов. В посылках все самое необходимое – предметы личной гигиены, теплые носки и медицинские препараты. От школьников Артема письма с пожеланиями победы и скорейшего возвращения домой. Все решения добровольны, был объявлен сбор, то есть это инициатива каждого. Конечно, сборы планируются только расширить, и все неравнодушные граждане, предприниматели и руководители предприятий могут принять участие, оказать посильную помощь в любом объеме. Место сбора организовано в кинотеатре «Шахтер». Непосредственный куратор сбора Исаева Ольга, либо можете обращаться ко мне, Крутиков Евгений. Предприниматели приняли решение отправить бандероли посредством доставки с ДЭК. Помощь прибудет в пункт назначения в течение 4-5 дней. Мы осуществляем отправку непосредственно в Белгородскую область, потому что именно на этой территории есть также волонтеры, которые уже на протяжении длительного времени ведут активный сбор помощи граждан для тех ребят, которые находятся непосредственно на передовой линии, которые имеют возможность выехать на территорию Российской Федерации для того, чтобы получить все самое необходимое и нужное им в данный момент. Поэтому наша задача была по максимуму отправить самым большим, самым быстрым способом с помощью компании СДЭК непосредственно в зону, приближенную к боевым действиям, зону ведения специальной военной операции. Пункт сбора гуманитарной помощи мобилизованным и участникам спецоперации предприниматели организовали в кинотеатре «Шахтер». Луиза Сысоева, Денис Наддельный, Светлана Нурик. Городские новости, телеканал «Лента».